Ну, сегодня вышли прежде всего все настроенные на игру, заряженные. Ну и победили просто. Мне дали сегодня целый тайм сыграть, набирать форму, потому что я еще не во всех своих кондициях, в которых был раньше. Ну, спасибо, что дают шанс, и получилось так, что забил сегодня. И я очень рад вернуться в футбол. Выполнили установку тренера, быстро забили 3 мяча в первом тайме, потом и во втором еще 2 и спокойно довели матч до победы. Честно, вот с этой травмой я думал, пойду в Черноморец, потому что там, ну, все свои тренера, игроки. И думал, там уже наберу форму, ту, которая была раньше. Но так получилось, то, что оставили здесь, чтобы набирать форму. И я благодарен Владимировичу, Игорю Костюку за то, что дал шанс восстановиться. 7 месяцев не играть в футбол, это дает о себе знать. Я живу футболом, поэтому без него я не могу. И надеюсь побыстрее забыть про эту травму и играть дальше. Ну, я думаю, мы готовы уже на 99%, потому что всегда 1% есть. Ну, я думаю, мы готовы каждую игру побеждать и на 99% пока что.